Сразу объявление. Да, мы долго готовились к этому, но мы все же решили, что мы не можем это больше скрывать. И мы смелые. Это взаимное решение, да, оно валютное абсолютно. Кто первый предложил? На самом деле это был я. Ярослав, конечно, проявил большое мужество, и которое ему явно не свойственно. Ярослав, тебе слово. 13 апреля. Борец Безбородько. Скорее. Игорь Кроль. Ярослав Бояранс. Цветы зла, глава 2.